предметов чужой руки. Натыкаешься, слышишь негромкие звуки. Обгадки связи, донор и мозг. Хватаешь кого-то то за язык, то за хвост. Во тьме не всегда удается увидеть. Руками хватаешь, как бы не обидеть. Наверное, думаешь на невиновного. Уверенности одного нетронного. Воображение часто подводит. Во тьме не всегда удается увидеть. Руками хватаешь, как бы не обидеть. Осторожно, но можно.